Приветствую, друзья. Продолжаем играть в Overspace 2. Ну что ж, я надеюсь, вам картинка нравится больше, чем было. Оставляйте комментарии, если вы заметили, изменилось ли что-то за прошедшую серию. Так, давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Крестик на карте, 17 уровень. Нам прям так это все... Вау! Вот у нас есть тут простенькое задание. Давайте его сделаем. Уничтожим базу. Да, как-то 17 на 17. Можно попробовать, конечно. Так, где наше отслеживаемое задание? Вот оно. Там есть вопросик. Посему есть шанс, то, что мы сможем... Фига себе, как далеко. Его превратить в чекмарк, а может и не сможем, не знаю. Смотрите, как они прям пытаются. Так, это будет простенькое задание, 100%, поскольку низкого уровня. Просто у меня педантичный я требует, чтобы у меня там не было ничего в этой секции. Так. Спасибо за абсолютно ненужную информацию, я и так знаю. Но, наверное, ты специально существуешь для того, чтобы... Так. Давайте смотреть, что у нас тут. Дрон 9 уровня. Ну да, они вообще мне не родня. Как он хорошо кинул-то мины-то, а? Так, там есть у нас ящичек. Давайте смотреть, щупать, что тут по безопасности. Так. Ой, не то. Давайте прикроемся с этой стороны. Не понял, куда ты выставила. Так, что у нас еще тут есть? Отлично. Так. Вроде больше ничего не видно здесь. А нет, есть еще. Так, у нас появился босс. И пропал босс. Так, ну давайте посмотрим, что нам дают. Солнечные панели. Спасибо. Так, а еще что-нибудь есть у вас тут? Пустышка. Так, здесь есть какое-то свечение. А нет, не свечение. Мне показалось, что это свечение, но это не свечение. Неважно.
Так, давайте заберем, что наше. Металлолом. Судя по всему, здесь больше ничего не будет. Хотя вон там тоже есть ошметки чего-то. Давайте проверим. Что, тоже ничего не будет? Да, это как-то печально. Вроде все проверили. Там мы были. Там везде были. Ну все, будем считать тогда. Задание выполнено. Чекмарка нету. Ну, в смысле, галочки. Хорошо. Специально для того комментатора, который мне написал, то, что надо все локи облетать. Облетаем эту локу. Локацию, в смысле. Элитно появился. Я понял то, что серый внутри треугольничек, это означает то, что они меньше уровня, чем я. Так, видим ли мы здесь что? Ага, граница. По границам улетаем. Они вообще очень далеко. Ну-ну. Элитная сфера. Ну, нету здесь ничего. Как ни крути. Опять появились. Серьезно. А, подожди-ка. Абсолютно ненужная дырка для отвлечения внимания. Ой, тень какая у нас красивая. Ну реально ничего нету. Сканер ничего не кажет. Долбать больше нечего. Тут тоже ничего нет. Это можно? Нет. Я делаю вывод, что здесь ничего больше нет. Напишите в комменте, если я не прав, что не умею искать и так далее. Дырявая фигня. Вот что здесь зеленым светится? Зачем? Это ворота, да. А если я туда... Ага, сейчас. Серьезно? Я не хочу переключить, ладно, переключу. И все. Просто ворота для них. Фу. Ладно. Чекмарка нет. Окей. Задание мы... Да, все, здесь... Слава богу. Подбор кадров 18.
получить задание. Не хочу. Открыть гипервратар в туман Исхаид. Давайте это будем делать. Задаем точку маршрута и поедем туда. Только, наверное, нам стоит закупиться. Хотя, сколько у нас? 42 тысячи. Да, нам стоит закупиться. Начнем тогда с плато. Закупим у них панелей. Так, летим. Да, но учитывая, что они увеличили везде типа уровня, это уровень угрозы так называемый, нам опять будет не очень сладко. Так, стыкуемся, открываем магазинчик, берем солнечные панели. И все, больше у вас нечего взять. О, тут кристаллы есть. Малимита. О, давай тоже возьмем. И отдадим сразу. Тебе. Осталось 10 штучек. Угу. И кучу всякой фигни другой. А расширение склада. Ну да. Расширение ангара, которое нам пока не светит. Угу, 3 плюс разведчик только. Угу. Штурмовик, грабитель, часовой, больше щит, перехватчик, все хуже. Ну вот это да, это освободитель, так освободитель. Ну серьезно, мне очень нравится. Все, улетаем нафиг. И летим, куда нам там помиссия требует. Сюда. То бишь Union Bridge. Который мы закрыли на 100%, но никаких галочек не появилось. Ускоряемся. Отстань. Летим быстро, что могу сказать. Имеет ли смысл на торговый пост заглянуть? Может, у них есть... Оу, тихо. Это внезапная находка. Но мы же вроде на 100% сделали Union Bridge. Сигали еще контейнер. Но я не против. Я люблю кредит. Точнее, мои будущие корабли любят кредиты. Далеко, далеко. Bloodstart jerks. Что? Опять на меня? А, не. Так, хреново. Оружие было хреново, кстати, для нее. Или у нее сли... Да, у нее слишком высокий уровень. И еще один. Гаси, они мне, конечно, вынесли так неплохо. Броню.
Но они фиолетовые были. С другой стороны. То есть нам вообще не по уровню. Эй. Ай-яй. Ай. Промазал. Hello. What is it you need? Ремонтировать. Так. Термическую пушку может иметь смысл как-нибудь попробовать. Так, стрелковое оружие, семена, да, у тебя нечего тут вообще продавать. Два комплекта проводов есть. Ну да. Так, а что они нам дали? М-пушка. Обычная. Они нам дали то, что можно разобрать. Сверхмощная бронебойная ракета. Давайте с ними побегаем. Ну, ради интереса. Так, эти штуки зенитка, которая лучше, чем у меня. Кстати. Давай-ка это сделаем. Сделаем такую модификацию. Она стала лучше уровнем. И установим катализатор добычи других. Да. Все, отлично. Так, хорошо. На сюда. Что мы с тобой можем... В смысле это... А, это можно сравнить. Угу. Что мы с тобой можем сделать? А, звездного проводника у нас нету. Катализатор добычи тоже можем докинуть. Угу. Давай тоже добавим. Отлично. Ну и рельсово... Боже мой, что я натворил? Верните. Верни. Гад. Ты просто гад. Ну ладно, это я виноват. Я рукожоп. Рельсовая пушка. Создать... Модификация, рельсовая пушка. Повысить редкость мы не можем. Актуализатор можем. Угу. Быстродействие. А что он увеличивает? Да и делает оружие быстродействие. Продолжительность зарядки подготовки снижается на 30%. Ну, такое. Сверхэффективность просто уменьшает расход энергии. Катализатор снайпер еще дальность увеличивает больше. Ну давай поставим на отслеживание. Ой, да, не ту кнопку зажал. Ну что поделать. Снайперский пучковый лазер. Угу. Снайперский пучковый лазер. Серьезно. В разборку все. И тебя тоже. Сверхэффективный. Так. 149, 231, 547. Ну да. Поэтому он неэффективным был. Лазер очередно разбираем. Это разбираем однозначно. Этот щит разбираем. Так, давай-ка сортируй. Ну тут тоже есть катализатор добычи. Автопушку разбираем. Уравнитель федеральное вооружение. Так, ладно. Увлеклись. Ну, броня. У нас так броня. Тоже разбираем. И это энергоядро разбираем. Так. Все, стало чуть лучше. Так, у нас допов вообще нету. Я не заметил. Как-то это ушло от меня.
Надо вот так сделать. Пополнить. Так, и вернуться сюда. Что мы еще можем докинуть? Ремонтник на набор для ремонта. Ну, блин, случайный элемент не то. Сброс тоже не то. Вот те, типа, наноботы, которые так красиво ремонтировали, было самое то. Давай скинем ту пушечку. Так, тебя мы... сюда продать, тебя оставить. Угу. Там, по-моему, ачивка будет, что если кого-то насобьет, тогда будет хорошо. Угу. Так, все, мы вылетаем. Идем во врата. Да, как я уже говорил, то что поскольку у меня эта неделя сопряжена с обязательной учебой, серии будут выходить реже, и, скорее всего, они будут выходить днем, ну, где-то в обеденное время. Я постараюсь, чтобы они хотя бы каждый день выходили, поскольку у меня 3 дня, просто у меня не будет времени играть вообще никакого. Так, вижу сундук. Контейнер, простите. Только не понимаю, где он. Подожди-ка, что у нас здесь? Термосферный чего? Термосферный... Что-то новенькое. Так, контейнер у нас запрятан. That stunt you pulled rescuing that Okar trainer was downright low. We all got a bone to pick with you. Yeah, well, it'll have to wait until another life. Фига себе, они тут злые какие. Это прям зло было. Опять меня, блин, покорежили всего. Зато мы контейнер нашли еще один. Офигеть. Вот теперь у меня будут такие проблемы. Придется это расти. Ну там Окар появились, и они помогли. Это, конечно, бонус. Так, у нас еще один сундучок появился. Контейнер, простите. Простите, контейнер. Что здесь фигня? Летим до этого. Еще один контейнер вижу. Да сколько ж можно-то? Да, это забираем. Так, еще один контейнер. Прям инструкция по сбору, блин. Так. И ты с каждым контейнером надеешься, что что-то хорошее будет. Угу. Сейчас. Так, а где упущенное нами? Далеко. Дайте мне карту, пожалуйста. Нам, да, в разбитую колесницу. Так что по пути магазинчик, скажем так, стартуем. Интересно, зачем там термосферный аппарат нужен? По-моему, я еще типа ни разу не видел термосферу. Это подразумевает, что ты куда-то в горячие эти должен залезть. И вопрос, где на этой луке что-то горячее.
общем, интересно. Сейчас. Никаких сигналов, отстанет. Стало не по себе, поскольку гиб начал нападать. Еще и гиб начал нападать. То есть помимо вольных у нас, блин, это куча всего образовалась. Так, ну. Серьезно. Все, отстаньте от меня. Ау. Я с вами ничего общего иметь не хочу. Отстаньте. Что за чертеж? А, ну зато отремонтировались. Чутка. Хм. Бластер у нас. Фиолетовый, розовый, не знаю, как правильно назвать, появился. Там у нас намек, что-то должно быть. Угу. Но мы не сюда, мы вот сюда. Привет, продавец. Ремонтируйте, пожалуйста. А, магазин. Ну да, он у тебя рельсов за 6 штук. Мы ее сами сделали. Так, покупаем все оружие. Горнодобывающее дороговато. Покупаем всю одежду. Одежду мы скинем на этом. В ту локу, куда мы сейчас летим. Так, покупаем. В смысле хранилище. Вот ты гад. Разбор. Разбор. Самонаводящийся разбор. 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 Серьезно. Так. Угу. Алкоголь. Скупили все. Рамен. Скупили все. Так. Семена здесь такое. Сенсор, который с намеком. 6162. 61. Разбор сразу же. Так, что у нас еще здесь? Это я пока выжидаю. Егерь. В разбор. У меня как бы вроде появились любимые виды оружия. С ними останемся. Пушка Гаусса старая. Разбор. Мы даже розовую или фиолетовую разобрали. Так, у тебя 15 уровень, тоже разбор. Угу. Так, стало лучше. Горнодобывающее дорого, нановолокна дешево. Угу. Но, по-моему, там было лучше. Горнодобывающее нужно, конечно, у этих брать. В следующем этом. В Жаркове, в Жаркове. Титана зацепили. Идите нафиг вообще, достали. Ну ладно. Синие запчасти, еще два сундучка. Господи ты, боже мой. Где один? Один там, второй... Блин. Стартуем. Серьезно. Это забираем. Так, все, 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 не отвлекаемся. Идем по миссии. Эта игра прям не щадит. Смотрите, тут Акар тусуется, и они типа не видят, что здесь есть гиперврата функционирующая. Хотя да, там был сундук.
Надо на вылете не забыть его сделать. Если мы отсюда сможем вылететь вообще. Так. Ну-ну-ну, понеслась. Понеслась сразу же. Кто там еще? Оу. Остался жив. Кто тут? Офигеть. Так, супрагель. Супрагель — это хорошо. Так, давайте соберем, что у нас здесь. Что дали? Термическую пушку розовую. И у нас там ценные обломки. Между прочим. Так. Элитная прибивалка. Нету места. Странно, почему у меня нету места, блин? Потому что у меня есть... Галёное пушко и этот лазер. Активируем. Есть зенитка, которая ничего не дает. Наблюдатель более современный. Интересно. Это интересно. Наблюдатель интересно. Так. 3716181. 6,2 на корабле, 1,9, 6,1, 1,8. Ну, это очкарик, да. 5,0, 3,5, 0,43. Это радиус сбора добычи. Лучше, чем у меня все сейчас. Чем этот. Этот тогда мы разбираем. То есть они из прототипа превратились в этот. Не прототип. Ладно. Так. Инсиди. Инсиди наш. Еще остов корабля. Подожди. А, да, я ж не забрал, да. Простите. Простите, простите. Так, здесь что у нас? Если есть металлолом. А, понадеялся. Угу. Так, еще один. Туда нас зовет. Мне кажется, там тоже ничего не будет. Ничего не пингуется. О, вот теперь оно появилось. Так, хорошо. Это что, неубиваемое небо? В смысле? Так, два силовых элемента. Штука в виде ящика, который можно получить. Так, ниже. Ау. С полной фигней уничтожить. Где-то я видел, что куда-то стрелять надо было. Ага, вижу. Так, куда? Оно опять пропало. Ну как так? Вот оно. И дай догадаюсь, там будут аккумуляторы. Куда вставлять?
Нет, тут просто контейнер. Так, высокоемкая ракета. Высокоемкая ракета. Ты где? Так, во-первых, мы тебя объединяем. Во-вторых, мы меняем на высокоемкую ракету. У нас появилось программное решение, которое нам ничего не даст. Так, снижение урона корпусу, снижение урона по броне. Вот это да. Или огневую мощь. У нас точность хорошо вкачана. И корпус. Ну, будем копить тогда. Так, подожди. Если есть аккумуляторы, значит, есть то, куда их можно воткнуть. Вопрос, куда их можно воткнуть. Давай смотреть. Два аккумулятора. Ау. Эта штука должна быть недалеко, куда можно это втыкать. По одной простой причине, то что разработчики, если даже это процедурно генерировано, они все равно не сделали бы, не позволили процедуре, чтобы она локацию, куда втыкать эти аккумуляторы, разместила далеко. Поскольку туда ты летаешь на простых движках, то есть когда у тебя в руках, скажем так, что-то по типу аккумулятора, ты не можешь использовать форсаж, не форсаж даже, а этот. Ага. Угу. Все. Вот и нашли. Ускорение. Ну, то есть крейсерскую скорость, крейсерский режим. Я думал, нижний будет. Нет, верхний зацепился. Ау. Так, давайте. Что дали? Ничего не дали. Да, надо оба открыть. Ау. Ау. Вот, то бишь далеко они их таскать не позволят. Серьезно. Ну и что дают? Давайте посмотрим. Страж скорости вообще никак. Сверхэффективный егерь. Ну, не знаю. Так, давай еще раз сортировочку. Скоемка дестабилизирующая, простые ракеты. Уравнитель хуже, а вот элитная прибивалка вроде неплохо выглядит. Давайте ее нафиг. Так, это точно энергоядро зеленое. А, что-то я затупил. Нам нужно это все отправить на базу. Не подумал. Рамен весь на базу. И подожди, это... Да, здесь оно супер дешево, поэтому тоже на базу. И алкоголь весь на базу. Так. Солнечные панели здесь высокий спрос. Так что можем их здесь продать. А, средний спрос на одежду. Ну не знаю. Так, это разбираем. Ну во. Вроде какой-то паритет получился. Так, хорошо.
Куда он хочет, чтобы мы отправились? А, лазейка контрабандистов, у нас галочка отмечена по какой-то причине. У нас есть неисследованное место. У нас есть зона высокого риска 17 уровня, что будет больно. Еще одно неисследованное место. Газовая орбита летучая голландка у нас там есть. И шахтерское поселение Весна. Весна, то бишь. Интересно, если оттуда сунуть. Которую, кстати, не это. А, подожди, может полный-неполный показывает, насколько ты закрыл всю локацию. Типа неполный не закрыл, полный нет, смотри. Здесь вроде все полное. И здесь никакой разницы нет. Тогда почему это тогда неполное? Так, ну там малимит есть. А покажите мне, где малимита много. Везде средняя. Ну ладно. Так, ну получается это 100% или как? Если галочка стоит. Под защитой это место. Это не под защитой. Это тоже не под защитой. И это не под защитой. Давайте, но все равно к шахтерам. Это единственная точка, которая у нас как-то отмечена как торговец по знаку центов. Хотя, может, кредит у них? Непонятно. Так, а, кстати, сведения, особые предметы, что у нас, да, программное расширение, испытания, жарков, еще один сигнал бедствия, еще 3 места. Угу. Ну, ждем сигнала бедствия, если будут. Но нету. Испытание мест, тогда получается вопросики. Ну, давайте посмотрим, нападут на нас или нет. Теоретически должны. Но это было бы странно тогда. Контейнер. Еще один контейнер. А что же здесь происходит? Контейнер. Так. Силовое покрытие. Так, еще один контейнер. Да вы просто меня тут решили раздавить. Не пугайте меня такими мощными звуками. То есть они периодически будут подкидывать. Серьезно. Они прям это из меня. Веревки вьют. Уже заговариваться стал. Тебя разобрать, тебя забрать. Денежки нужны. Так, все, возвращаемся нафиг. Давай еще раз. Да что ж такое? Во. Эй. Ну, выворачивайся. Угу. Так, магазин. Ну, на волокна. Ну, не так. Рамен такси. Так, мы вам продаем... солнечной панели. Так, чуть-чуть стало лучше по средствам. Так, сортируемся.
На волокна здесь средний спрос, но не низкий спрос. Как бы теоретически, по-моему, они у нас хорошо ценились на нашем месте. Комплект проводов нам нужен. Сколько? Для расширения склада 15 штук. Охладитель, расширение ангара. Ну, такое. Можно купить теоретически. Но зачем нам сейчас склад расширять, я не понимаю. Так что стартуем. И летим по миссии. Ну что, пристегнулись? Сейчас нас будут мучить. Так, где оно? Вот оно, полетели. Сигнал из неизвестного источника мы игнорируем, но мы должны ответить на один сигнал бедствия. Я надеюсь, что здесь для мастерства будет это тоже ускорение. Мокош. Пылевая кайма. Оу май. Так, хорошо, это не планета. Это радует. А, ну да, мы астероид ищем по сюжету. Мать моя женщина, что это за фигня такая? This is not your typical jump gate. My sensors indicate that this is the gate to the Kaid Nebula. Certain markings bear a resemblance to architecture of the ancients, however, recently modified. And what can you tell me about the Kaid Nebula? It is renowned for its inhospitable nature, due mainly to the dangerous flora which inhabit it. There are also many species of fauna, unique to the area, which have yet to be entirely categorized. Понятно. Так. Это все... подождите-ка. Тут что-то много всего. Ну, помимо металлолома... контейнеров. Это все забираем. Алкоголь, кстати, здесь тоже неплохо продается. Это разбираем. Это забираем. Теперь сюда. Уй. Но мне их нужно активировать. То есть здесь какой-то есть... прикол с этим делом связанный. Так, в этих ничего не видно. Мы снизу. Вот эти штуки не работают. Интересно, почему? Зачем-то кристаллы здесь есть. Так, ну, беглый осмотр ничего у них не показывает. Мне еще вот этот камень не нравится. Я хочу немножко вокруг облететь для того, чтобы убедиться, что здесь ничего нет. Ну и можешь закрыть на 100%. Давайте посмотрим на этот обломочек. Есть генератор. Которому нужен аккумулятор. Так, подожди. Обожди. Мы не знаем, что внутри тебя. Генератор выглядит обычно. Так, подожди-ка. Здесь ничего не заметно. Дырок не вижу внутрь корпуса. Так, хорошо. Что у нас здесь есть? Так, опять же, с аккумулятором. Ух ты ж, божечки мои.
еще есть что-то. Сили. Боже мой, они меня решили побаловать. Так, тут я вижу непонятное свечение. Что может значить все что угодно. Вот что ты светишь? Угу. И что там? Инсидий. Тут есть еще что-то. Нет, я туда не влажу. Никак не влажу. Отсюда и вон с той стороны. Инсидий, отлично. Так, свечение мы увидели. Увидим ли мы там что-нибудь? Я про аккумулятор помню, мы сейчас к нему вернемся. Мы делаем так, как это внешний осмотр. Без сильных углублений. Так, по бокам ничего нету. Не бейте мой корабль. The gate is shut. Maybe these pillars act as some kind of opening device? Ага. Ты решил мне это типа мозги покапать, да? Красавец. Типа, че-то он тут слишком долго мучается, ага. Бух. Down the volume, guys. What's up? Surrender your vessel and shed yourself of your material garb in order to pass through the portal of redemption and gain eternal wisdom. You gotta be kidding. Все. А вот это мы возьмем. А это просто темная. Ерунда. Темная ерунда. Какие-то фанатики были. Так. А нет, это маяк. Hey, hold up. Who are you? Thank you for the intervention, but I must hurry to save my father. They have him. He went through only a short time ago. Что происходит? Oh, wait, please. You are in no way equipped to take on those crazies. Why don't you tell me about your situation and what you know about these freaks? Да ты тормоз. She and B have abandoned the Kaiit Nebula, and the Redeemers have taken complete control over it. Праведных. They claim to have captured Wardens and that they can commune with the Ancients themselves. But I believe they may have become possessed by them. The Black Eyes. Exactly. And soon, unless I act fast, they will turn my father into one of them. Why would your father have gone there in the first place? He was lured there with the promise of being able to study a Warden up close. Other scientists went before him. Just hold on a minute while I think about this. I'll try to clear the gate for safe passage first. Так, подожди, брошенные корабли нам ничего не дают. Они не лутабельны. Это неприятно. Ладно, давайте сделаем, что там хотят от нас. Так, теперь осталось узнать, где у него щит. Вижу, где щит. Так, и последний. Щит там же. Эй. И ничего не случилось. В смысле, а почему напряженная музыка? Мы же вроде разбили все. И позбивали все.
Так, подожди. А, с этого идет линия. Так, вижу. Далеко. Еще одна загадка. Что написано? Match comfort. Watch out. Watch out. Match comfort. Че, блин? Берегись. Слишком комфортно. Так, эту дрянь надо как-то выключить. Как тебя можно выключить? Эти штуки не сбиваются. Если я сюда надавлю, не, ничего не происходит. Сейчас проверим так. Кристалл мы выбили, вроде как. Так, что здесь еще может быть? Здесь так ничего не видно. Блин. Блинов, блин. Я слегка что-то потерялся. Нет, наоборот, вот так. Там мы кристаллы поуничтожали. Здесь есть вот эта штука, которую выбивать, если честно, нечего. Что у вас выше? Выше этот сигнал. Не говорите, что нужно решить загадку с аккумулятором. Вот так. Нет, оно не уничтожается вообще. Давай отследим, откуда идут. Вон тут отсюда идет. Здесь ничего не видно. Здесь тоже ничего не видно. Я теряюсь в догадках. Потом в других местах не такая конструкция. Уничтожить все кристаллы, обращение в веру. А, или может уже можем это сделать, да? В доступе отказано. Так, хорошо. Давайте другие посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь ничего нету. Тихо. Это в музыке? Пинг был. Вы уже слышали? Наверное, в музыке. Так, давайте здесь посмотрим, что у нас. Я увидел, что у нас тут аккумулятор. Заберем аккумулятор. Эй, забирай аккумулятор. Отнесем его на тот корабль. Да, это в музыке эти звуки. Отнесем на тот корабль, посмотрим, поможет это нам или нет. Мне кажется, что это другое. Конечно же, это другое. Чистый титан и снайперская умбра. С
снайперского умбра. 1 километр. Угу. Окей, это не то. А, я выполнил на 100% задачу. Охренеть. Так, ладно, летим. Мы что-то не понимаем, очень очевидно. Тут куча брошенных кораблей. Взять ты их не можешь. Нет, не можешь взять. Вот тут прям гигантская это. Чем можно ее бабахнуть, чтобы она прекратила функционировать? Сканера ничего не видят. Ну давай я ими попробуем. Нет, ими не работают. Что это за звук был? А, это оно просто по мне мочит, понятно. И это ни на что не влияет. Хорошо, а если тупо... А если это сейчас не будет мгновенной смерти? Вот так. Не сработало? Не сработало. Блин. Брошенные корабли мы тоже не можем ничего с ними сделать, да? Но они же зачем-то здесь есть. Так, далеко эта штука, шняга. Давай попробуем попихать ее. А, подожди-ка. Стопэ. Если я тебя... Не, он улетает уже. Не. Так. Я просто подумал, что а если их аккуратненько столкнуть? Вот так прицелились. Сложно понять, но это слишком сложно было бы. Не, чувак, я хочу тебя, чтобы ты именно туда полетел. Ну? Нет, ты так хорошо шел. Где ты? Вот так. Еще здесь есть вещи, что мы не видим. Ты там что-то про отца говорила и так далее. И чё, и где? Так, здесь ничего не видно. Здесь тоже ничего не видно. Стоп. А это прыгнуть было, я думал, схватить можно. Просто вариант взять какой-нибудь кусок мусора и туда воткнуть. Но тут и мусора нет, вот в чем проблема. Тут вообще ничего нету. Ну, кроме ресурсов. Что за дрянь? Что я не вижу? Я не вижу что-то... В
Fuel storage. Вот здесь ничего не ломается. Нет, сэр, здесь ничего не ломается. Этим мы тоже не можем ничего сделать. Не. Забавно. Как мне тебя вырубить-то, а? Блин, такая, ладно, давайте. Ай-яй-яй, больно. Откуда она стартует? А, блин, идиот. Я идиот, извините. Это было, да. Я идиот. Угу. Опять. All right, take it easy. Now, please, if you don't mind, I am going to retrieve my father. I really can't let you do that. On that craft. Look, why don't you let me track him down? I'm sure he'd appreciate your loyalty and all, but he'd prefer more if you remained safe. I suppose he would, but time is so short. What's your name? I am Imogen. Imogen. Imogen, I'll track down your father. These cultists are seriously dangerous. If you stay put here, I'll be in contact shortly. Mm-hmm. Thank you. Please be quick. I'll do my best. Ну чё, стартуем. Блин, я так долго тупил это, да. Ну, пострадал. Вы же знаете то, что я в некоторых играх могу затупить. Оу! Кат-сцена. Ёпар, СТ, что ж да это такое, боже мой! Космические медузы? Это же страж. Appear to be draining the entity of its energy. Until now, it was not thought possible to harness the power of the ancients. Mm-hmm. What we are witnessing here, however, radically alters that assumption. I am picking up the life signal of the young lady's father from a nearby vessel. Ну, давай сразу сделаем. А, черт. Ну, конечно же. Они же теперь сделают все, чтобы мне сложнее было. Так. Is your search for Eduardo. The pursuit of the young lady's father is entirely optional. Huh. One or the other will have to wait. One thing's clear. Looking at the drawing, Eduardo isn't here. Так, я вижу кучу контейнеров. Прям кучку-кучку. Что это за звуки были? Мне уже все не нравится. Я надеюсь... Отстань. Активируем. Да вы задрали. Где-то. Возьму пока так. Да что ж ты делаешь? Мне нравится твой цвет движков, но... Достал. Все? Так. Теперь вернемся к контейнерам. Ой, я не сказал сундук, я сказал контейнер. Прогресс. Угу. Деньги. Хорошо, так, вывернемся.
Интересно, как они стражи сдерживают. Деньги. Так, ну тут прямо, я не знаю, а медузы они... Понял. Я не люблю медуз. Меня покусала когда-то медуза. Ужалила, точнее, правильно говорить. Это было малоприятно. Опять? Так, что вот это? Почему оно так себя ведет? Мне не нравится. Флуктуации такие. Алкашка здесь в цене, кстати. Там ценные обломки. Успеются ценные обломки. Это вроде не радиация. Хотя кажется, что радиация. Тоже. Так, я знаю, что мы сделаем. Я сейчас сохранюсь. Так, и продолжаем запись. Серьезно. Я ради этого сюда сунулся. Все, валим, 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 валим. А, теперь от меня еще, типа, херачит радиация, да? И долго ли это будет? Так, подождите, у нас какая-то штука была. Так, перезарядку. Ремонтирует. Так, подожди, корабль. Это что? Устраняет 50%. О, кстати. Надо улучшить. Что-то я как-то. Угу. Так, ну если у нас. Телепортатор. Вирус. Нет, это все. Атакующее. Все, нам только к станции теперь пристыковываться остается. Блин, какая ты дрянь-то, а? Угу. Ну ладно, давайте тут порешаем чутка. Монобота есть. Тут есть у нас разъем для защитной сферы. Защищенный контейнер. Заберем моноботов. Заберем усилитель двигателя. Простейший при том. Так, тут есть защищенный контейнер. Которому что нужно? Понятно, что нужно. А, вижу, что тебе нужно. Не, стык.
Так, кнопочка одна. И она сказала нет. Нет, говорит. Ага, ты. Да шо ж ты? Тоже нет. Значит, ты. Тоже нет. Угу. А где еще? Ага. А ты сказала да. Угу. Ну, видели, да? Электрический сигнал полетел. Следующий. А что ж такое? Угу. Теперь тебя. Да? О. Так, корабельный модуль новый. Нос легкий. Угу. Окей. Так, ладно, мы это разрешили. Что нам? Врата теперь так. А у нас есть карта? Ой, тут прямо так больно все. Реально неприятненько. Хм. Я там вижу, кстати. Что-то за щитом. Понятно что. Мы туда попасть, разумеется, не можем. Да, это щит. И там есть кнопочка. Угу. Значит, здесь есть еще где-то кнопочки. Давайте по... Угу. Вот там есть мина. Легон получили чистый. Так. Но подождите, там была кнопочка. Там мы отгребли радиацию. Оттуда мы прилетели. Тут этого стража как-то обрабатывают. Что, блин, вообще происходит? То есть они все здесь питаются. Это ни на что не влияет. Так, хорошо, давайте смотреть. Нет. Непонятно. Там вон дымок идет в космосе. Дымок идет. Представляете себе, в космосе идет дымок. Хм. Понятно, что ничего не понятно. То есть здесь есть вот этот щит, который как-то, наверное, отключается. Здесь ничего не видно. От него идет сюда все. Это просто держатели, да? Да, это просто держатели. И там такое же. Снизу ничего нет. Сверху смотрим. Сверху у него такая кристалл, который, разумеется, не уничтожаем, поскольку он типа в клетке. Дополнительных кнопок не вижу. Может, я опережаю события, кстати. Есть такая вероятность еще. Здесь тоже ничего не происходит. Звук непонятный, главное. А если я в стражу выстрелю? Ну, абсолютно пофиг. Так. По верхам, что мы видим.
Ничего мы не видим по верхам. Медуз видим вон там. Тут от этого только биомасса и остов корабля с полной ерундистикой. А. Зачем я ракеты тратил на это? О, какой-то барамит. Ну ладно, барамит звучит гордо. Так, знаете, что я предлагаю? Давайте двинем до ближайшего торговца. Это явно пока не здесь. Надо излечиться от радиации. Откуда столько повзялось-то, а? Двинем туда. Врата мы открыли. Я надеюсь, сейчас повышение уровня не будет принудительное. Очень надеюсь. Так, заброшенные гиперврата. Да, там опять какие-то идиоты. Но здесь мы можем починиться теоретически. Да. Прощайте, ребята. Серьезно. Воу-воу-воу. Да, давай, разберись с ними. Происходит-то здесь? Что ж так тяжко стало-то? Задрали уже. Было больно, да. Да-да-да. Все, отстаньте от меня. Мне подремонтироваться надо. Что-то мне подсказывает, что нужно быстрее искать корабль. Реально. Нет. Была бы здесь возможность, как это называется, типа мгновенного перемещения без врат. Типа ставишь себе какое-нибудь это устройство и вперед. Было бы круто. Так, ну что могу сказать, нам нужно готовиться, и нам по любасу придется проходить дальше.
Так, где моя посадка? Вот там моя посадка. Тут опять контейнер повтыкали. Садимся. Пипец, ремонт 6000. Хотя под это избавились и пополнимся. Вот, ну остальное все. Тогда в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь.